29 марта для детей и их заботливых родителей в Донецкой филармонии. Музыкально-литературная композиция по мотивам повести Астрид Лингрен «Пеппи Длинный Чулок» при поддержке Московской филармонии из цикла «Сказки с оркестром». Играет Донецкий академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева. Дирижирует Игорь Манашеров, Москва. Читает Виктория Степанова. Перед началом гостей встречают веселые куклы-великаны. Подробности в кассе и на сайте филармонии.